Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Я так думаю». И у меня в гостях Максим Максимов и Стефан. Приветствуем вас, дорогие друзья, всех, кто нас смотрит сейчас через интернет, через slavicfamily.org, и также те, которые смотрят нас как кому угодно. Дорогие друзья, приветствуем. Не хватило времени, Максим, нам вчера для того, чтобы продолжить программу сегодня. В зеркале времени так можно и маску, образ любви. Наушники более комфортно, да? Да, да. Ты ощущаешь вот это харизму, вот это все, что происходит. А долго песня это будет? Нет, нет. Сколько песня? Мы ее всю не будем. Там буквально минуту где-то сделаешь и потом. Что, какие-то наушники? Давай, не надо наушники.